Противостояние. Команда Тора. Я сейчас типа в отпуске. Решил отдохнуть от всех этих приключений со спасением Земли. Счастливое было время. Ну да не суть. Захотелось пожить для себя, так что я отправился в Австралию и подселился к Дарреллу. Привет. Ну, вот так вот. Квартирка, как видите, весьма милая, и с Дарреллом мы хорошо ладим. Думаю, мне просто хотелось побыть среди обычных, скучно живущих людей. И Даррелл обычный, скучно живущий человек. Так что все складывается неплохо. Пока я здесь, стараюсь участвовать в местной жизни. Что это за фиолетовый чудак? Вижн! Впечатлен, что вы его знаете. Нужно приносить пользу обществу. Даррелл помогает мне сотворить электронное письмо. Я пишу Капитану Америка и Железному Человеку. Кажется, у них какие-то серьезные проблемы друг с другом. Попытаюсь им помочь. Дорогой Тони Старк, как дела? Я слышал, что у вас с Капитаном Америка разлад в отношениях. Дорогой Стив Роджерс, помнишь, как я довел тебя до убийства этих пленников, и ты заставил меня поклясться, что я не проболтаюсь остальным мстителям? Дай знать, если у тебя есть еще секреты, которые нужно хранить, так как я нынче ничем особо не занят. Чем дальше займешься? Знаешь, работай. А он что делает? Работает. Дарреллу вход запрещен. Доспех для сражений. Малыш Мьёльнир тут почивает. А вот что у меня вялится на солнце уже несколько недель. Уже почти готово. Вкуснятина. Вопрос. Что такое камни бесконечности? Тут все испещрено кучей информации, идеями и тем, что я зову маленькими зацепочками. Типа, что за фиолетовый мужик в кресле? Фиолетовый носит магическую перчатку и не любит стоять. Фьюри. Что он на самом деле знает и правда ли его зовут Фьюри? Или на самом деле Фури? Малыш Мьёльнир тут в солнечных очках на случай, если радужный мост его будет слепить. Что не такая уж редкость. А если подвинуть эту бумажку, то кого он держит? Меня. Сроду рваных джинс не носил, но постоянно в них очухиваюсь. На входе брюки, а на выходе брюки превращаются... О, кстати говоря, есть новости от... Тони Старка и Капитана Америка. Они с тобой не связывались? Нет. Ни одного звонка. Минутка. Привет, здоровяк. Сколько раз мне нужно это повторять? Я ни за какие деньги не буду мериться с тобой струями. Слушай, да, поговори с Тором. Он вообще-то ждет твоего звонка. Он прямо тут. А, не можешь сейчас? Ладно. Разочарован ли я, что они не позвали меня сражаться вместе? Нет. Он не знает, как с тобой связаться. У меня нет телефона. У него нет телефона. Пусть ворона пошлет. Я просто создам свою команду. Команду Тора, разумеется. И в ней буду... Я и Даррелл. Мы двое. Да, Ди? Ага. Тор Рагнарёк находится в производстве. Перевод «Кинооборот». Текст читал Станислав Черсков.